Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу про минимальную сумму ипотеки. В законодательстве не прописано о том, какая сумма должна быть представлена в минимальном размере при взятии ипотеки. Конечно же, все это зависит от того банка, в котором вы собираетесь брать ипотеку. Но среднее число составления минимального взятия ипотеки – это 300 тысяч рублей. Как правило, меньшая сумма – это просто невыгодно для банка. Еще стоит отметить, что банки придерживаются такого процентного соотношения, что минимальная сумма ипотеки должна варьироваться от 10 до 30% от стоимости жилья. Ну и еще давайте обратим внимание на то, что также минимальная сумма ипотеки зависит не только от банка, но также еще и от того региона, в котором вы проживаете. Согласитесь, что, например, такие регионы, города большие, как Москва, Санкт-Петербург, здесь жилье стоит гораздо больше, нежели жилье в других регионах, в небольших каких-то городах. Ну и, соответственно, здесь нельзя просто сравнивать стоимость жилья. Но все-таки можно опираться на такую сумму, как 300 тысяч рублей. Если вам не хватает суммы, например, меньше 300 тысяч рублей, то здесь логичнее всего оформить не ипотечный кредит, а обычный потребительский кредит. И как отмечают специалисты, что взятие небольшой суммы именно на приобретение жилья лучше всего, конечно же, брать и обращаться, оформлять именно обычный потребительский кредит. Здесь будет хлопот каких-то намного меньше, намного меньше сборов документов и так далее, потому что многие потребительские кредиты могут выдаваться только лишь по паспорту. Ничего предоставлять не нужно, не нужно проходить такую большую процедуру оформления ипотеки, которая может затянуться дальше даже на один месяц. А взятие потребительского кредита может затянуться всего лишь на 2-3 дня. Так что, конечно же, обязательно перед тем, как оформлять ипотеку, заходите на официальный сайт банка, потому что кто-то даже выдает минимум под 500 тысяч, кто-то 300 тысяч, но 300 тысяч это, конечно, основная масса банков. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!